воскресенье в Самарской области облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Плюс 13, плюс 15 градусов днем. Ночью 8-10 выше 0. Северный ветер 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 10 градусов. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 14, ночью плюс 9, северо-западный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем плюс 13, ночью плюс 10 градусов, северный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%. Внимание, умеренная геомагнитная буря.